Украине! Героям слава! В целом ряде городов Украины отметили 105-летие со дня рождения Степана Бандеры. В центре Киева активисты националистической партии «Свобода» организовали факельное шествие под черно-красными флагами ОУН, скандируя «Бандера – наш герой». Эта акция собрала по различным оценкам от 10 до 20 тысяч участников. Такие же шествия состоялись во Львове, Хмельницком и Ивано-Франковске. Ежегодно «Свобода», начиная с 2006 года, проводит подобные марши 1 января в память о нем и распространяя его идеи. Идеи простые – жить в независимом украинском демократическом государстве, где украинцы будут хозяевами на своей богом данной земле. Национализм ничего не имеет общего с нацизмом и тем более фашизмом. Поэтому эти факельные шествия, которыми пугают, это коммунистические, грубо говоря, НКВДшные пропагандистские страшилки. Степан Бандера остается одной из самых противоречивых фигур в украинской истории. Оценки его деятельности в различных случаях и в различных регионах могут быть прямо противоположными.